Настоящую пытку испытали на себе автомобилисты, которые в ночь на 7 августа двигались по улице Красногорской. Прямо посреди дороги рабочие устроили ремонт тепловой трассы, раскопав ямы где только можно. Вот только о своих действиях они забыли проинформировать организацию движения. Потому-то по всей улице не было предупреждающих знаков. Недовольным автовладельцам приходилось разворачиваться и искать объездные пути.